Друзья, набор бокалов от немецко-австрийской компании Artina SKS в вот таком вот добротном ящике из липы, очень красивый. Ну и вот, собственно, сам набор. Вот так вот он выглядит. Можно дарить прямо в этом ящике, будет очень приятно. Такая вот ткань, такая вот бордового цвета. Хорошо смотрятся бокалы. Ну и сами бокалы тоже, естественно, Artina SKS. Средневековые мотивы, очень богато украшены они, вот такие средневековые бытовые мотивы, там какие-то рыцари на тему картин Дюрера, насколько я понимаю, тут рыцари смерть, такие вот барельефные репродукции, скажем, этих картин. Интересно будет рассматривать, вот держа в руках, пробуя какое-то вино. 200 мл, кстати, хорошего вина поместится в эти бокалы. Приятно их держать, как будто переносишься в какую-то другую эпоху. Замечательная вещь, такая вот именно подарок человеку, у которого все есть, можно подарить. И такие бокалы будут переходить из поколения в поколение и являться наследством. Всегда олово вот раньше было просто, скажем так, достоянием только богатых граждан в то время. Поэтому, ну, в принципе, эта традиция прошла через века. И немецкая компания Artina SKS, вот именно следуя этим традициям, делает просто неповторимые вещи. Спасибо.